Так, ну вот сегодня суббота, приехали мы на озеро. Сейчас начнем выгружать машину. Давайте, девчонки. Вы? А что нам делать? Сейчас будем выгружать. Кто это? Это Амина. Подписывайтесь это на канал. Кто? Это Вероника. Это пап Толя. Это там мама Катя и наш песель. И наш песель. Так, мы начинаем, значит, ставить палатку, выгружать. Машина у нас вот под завязку забита. Вот так вот. Здесь тоже полный багажник. Так, начинаем выгружаться. Выгружайте, вытаскивайте. Вот что это. Давай, помогай. Зеленой стороной. Ну давайте, давайте, прижимайте, что стоите. Мы наблюдаем. Надо наблюдать, надо делать. Палки мне вот эти отдайте. Я прижала. А мы неправильно положили, нет? Почему он у нас? Пусть вот так? Папа, мы правильно положили? Почему оно туда длинное такое? Ну и ладно. И так сойдет. Все живо, все здорово. А я вот так. Все. Собственные крепления. Из подручных материалов. Папа на ванной ходит. Мы там просто будем сидеть. Смотри, какая яркая. Надо такую палатку, знаешь, нажимаешь на кнопку, и она вот так вылетает. Морская звезда. Держи за тот угол. А вот это? Да, держи за угол. Держи, крепко держи, нормально. Ой, я тебе. Мне тоже что-то подержать? Да, поддерживай там. Веревочки. А типа приемлю, чтобы не улетело. Ого, какие. Разматывайте веревки. Спасибо. Наоборот, не нудовые. Неоновые. Нудовые. Это вот так. Все. Молодцы, быстро. Тут их разматывать не надо.
А там просто вычистили. Да, вот это. Разбирай, учи. Резиновая. Я сказал сядь, ты не захотела. Ну вот. Так до хромала главное. Разбирай. Димка, Дима. Вот плиту даже. Одна вещь, да? А? Это одна вещь. Одна вещь, да? Да, да, давай. Вначале вот. Ой, так молодец. Ее разбирай. Вот так, раз, разобрала. Потом тиамина, походу. Потом боковины разбираешь. В другую сторону их выгибать надо. Еще раз загибай, еще. Руку не прижми. Загибай. Так, молодец. Теперь другие. Эти брось. Ага. Молодец. Теперь кладем ее. И теперь ее посередине разъединяй. Не, вот это вот часть. Разъединяй ее вот так. Да. Вот. Видишь, получилось раскладушка. Теперь эти надо ставить. Сюда засунуть и вот на эти штучки, чтобы у тебя она стала. Ну я Давиду только показывал, измучился, не мог одеть. Боком надо. Такое ощущение, что заходи. Я уже начинаю тогда примыкать. Сейчас оденешь резиновую. Димка. Димка. А ну-ка. Надувной. Вот это? Да. Клади сюда. Туда даже печку, наверное, не придется ставить. Ну посмотрим. Так, доставайте его вдвоем. И раскрывать, да? Раскрывайте этот нитель, открывайте, он будет надуваться. Теперь неси на раскладушку, Влади, это. Раскатывай на раскладушке, он надуется сам, он самонадувающийся. Так, что мне дальше делать? Да, можно перевернуть, и вот этот ниппель, он открывается. Открывай вот этот ниппель, ни одной рукой никак. Все, он теперь надуется. По-другому его переверни, чтобы он надувался. Вот, вот так вот. Он надуется теперь. Так, дальше. Ты занимаешься, мангал раскладываешь тогда. Вот. Мангал какой? Ну, наш этот гриль-мангал раскладываешь. Там столик есть. Большой стол не взяли, и стулья мы не взяли. Вот что мы не сделали. Так, ну буду теперь устанавливать печку. А, еще я не взял бутылку и дырку здесь не сделал. Это для отвода конденсата. Да, это вот я забыл. Резинку, я так понимаю, надо убрать отсюда. Это пойдет первая труба. Ну вот, обустраиваем палатку. Сейчас у меня обгорает, дым идет у меня еще, вот работает, идет теплый воздух, это показывает сколько, насколько аккумулятор у меня, ну сейчас от машины у меня, от машинного аккумулятора, вот, еще не доделал эту самую, здесь будет стоять конденсат скапывать, будет бутылочка здесь висеть, вот. Сейчас еще дым идет. Два датчика у меня вон обязательно здесь. Датчики присутствуют угарного газа. Раскладушка. Надувной мой такой матрасик. У меня их несколько штук, 4 штуки. Вот, окошки открыли.
Сейчас они, девчонки, сюда придут. Пока заглушу. Заглушу, пока система работает. Все дует нормально. Теплый воздух прям шурует, прям чувствуется как. Вот. Ну, пахнет этой краской. Видно, что масло обгорает. Краска. С него дым идет. Фу. Так что обустраиваем мы лагерь. Тимоху одели. Сейчас, Тимушка, пойдешь греться. Греться, Тимушка, сейчас пойдешь. А я пойду рыбу сейчас ловить. Что, замерзли, нет? Чуть-чуть. Ну, сейчас в палатку пойдете. Сейчас я печку выключу, чтобы она не дымила, и вы пойдете в палатку. Ну, кушаем. Я бы кофейку выпил. Мама здесь жарит шашлычок. Ни стулья, ни столы не взяли. Нормально. Не, мне не нравится. Здесь надо было нормально расположиться. Эту крышу я здесь оставлю. Крыша от палатки. Надо одеть было сапоги нормальные. А я пойду рыбку ловить. Кто здесь кушает? Тимка, нет. Ты палатку. Нос твой высунул. Кто? Булку будешь? Не надо его столько булкой кормить. Сидеть. Девчонки, вот на рыбалку. Сейчас будем рыбку ловить. Рыбка. Так, смотрите. Значит, лунку пробурили, взяли. Почистили, взяли. Для пельменей, по-моему. Для пельменей? Да. Сапог положил. Да, сапог положил. Дальше. Это у меня удочка с блесною. Это для хищника, это не для белой рыбы. Это для щуки, окуня. Вот. Знаете, да, что такое белая? Белая рыба это плотва. Это травоядное животное. Плотва, лещ и так далее. Так, вот я опустил. Вот видишь, леска такими барашками стала, не в натяг. Значит, сейчас приманка на дне лежит. Вот я ее поднимаю от дна не намного. Сантимов на 30 сейчас поднял. И начинаю вот так вот. Делаю паузу. Вот дерну. И паузу 3-5 секунд держу. Дерну. Пауза 3-5 секунд. И вот так. 12 часов стоишь, дергаешь. Вот. Если там рыбка есть, она клюнет. Здесь такой водоем, это водохранилище Содлы. Надо искать рыбку, ходить, сверлиться. Белую рыбу не надо сверлиться, искать. Сел, прикормился, специальные кормушки есть, все есть. Лунку сделал, прикормил, рыба собралась и начал ловить эту плотву. А как узнал, Вероника спрашивала, что клюнула? Да. Ну, почувствую рукой, он потянет с той стороны. Будь за леску тянуть. На, удочка сразу утонет. Так я держу, чтобы она не утонула. Ну, сними, Тимофея. Так внимательно смотрит, как папа рассказывает. Да, Тимушка? Как папа. Ну, леска ему очень яркая, это нравится. Да, Тимка, ловим рыбу. Сейчас поймаю, тебе дам. Окуня. Пока еще не поймали. Идем дальше.
Идем дальше. На квадрате. Санки там везут, Тима. Санками идут. Ты не знаешь, что это? Нет, не трогай. Пошел. Там я еще... Ну да, что, наелись? Сахар-то не положил в чай. Не положил, вон сахар там. Ты снимал то, что я... Термос нет. Папа снимал то, что я сейчас показывала. Кошмар. Нет, не снимал. Ты не снимаешь? Ну, не видно ничего. Я только начал снимать. Все наелись, напились. Собака наконец-то уснула. Собака заснула наконец-таки. В палатке у нас хорошо и тепло. Сейчас чаю попьем. Все ленивые стали после шашлыка. Чистая вот эта. Послушайте, как у нас собака спит. Собака наелась тоже шашлыка, всего и теперь спит. Это не я, это он храпит. Там для него еще много шашлыка осталось, он не знает, спит. На раскладушке спит. Девчонки тоже объелись, да? Мой барабан готов. Твой готов? Мама что там делает? Ой, что там моет, по-моему. Смогла трясется. GPS-трекер у него вот висит, ошейник. На всякий случай, вдруг убежит. Вот его имя. Печку отключили пока, горит только это.
плитка пока. Еды много, жарко. Это тепло, да? Девчонки неподготовленные, ноги промочили. Греют. А мы греем ноги. Вот надо, как у папы, вот такие вот. Тогда все нормально. Ну что, отдых у нас удался. Рыбалка у меня не удалась. Ну понятно, сегодня рыбачить никак. Костер мы не разводили. Мои трубы тут стоят. Надо их будет по размеру все сделать, отрезать. Вот. В палатке жарко, сидеть не смог. В принципе, у меня вот теплообменник. Я его подключал. Вон он там стоит. Вот теплообменник. Все, классно работает, хорошо все. Жар дает, но ему надо поработать на балконе сегодня поставлю. У меня не было времени, чтобы он поработал на балконе. Он поработает у меня. Из него еще этот, ну, краска испаряется. Это он новый, чтобы масла, краска, все это, чтобы испарилась, я его на балконе поставлю, поэтому я ее не включаю, потому что там мне девчонки не угорели. Место хорошее, тут красивое. 12 вольт я брал. Значит, от аккумулятора. Вот. От аккумулятора вот клеммы кинул крокодила и туда. Так что все у нас хорошо. На маленькой машине смог проехать. Цепляли, конечно, но ничего. Проехали. Рыбачки сегодня присутствуют, на льду есть. Много рыбаков, но сегодня суббота. Сегодня суббота, там вон сидят рыбачки. Один я сегодня не ловлю. Шашлык сижу, кушаю. Там тоже вон. В общем, есть, народ присутствует. Вот, собака меня ждет. Я иду с рыбалки, с буром, с удочкой. А собака меня моя ждет. Тимушка, ты меня ждал? Ждал меня, мой хороший? Тимушка, посмотрите, как радуется этой собаке. Подожди, блесну уберу. Там блесна, там блесна, там блесна. Тимушкин мой. Ну, собака, ты ждала хозяина, да? Тебя не отпускают с поводка. Ох, они. Ты хочешь гулять, бегать, да? Фу. Да, 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 мой хороший, да, да, гулять хочет собакина. Ну, а так палаточка выглядит в зимнем варианте. Вот мы грузимся уже.
пришло время собираться, время уезжать.